А у него маны не было, прикинь. Да. Баджа не хотела маны на дисконда. Такое бывает. Я думаю, как Бадж мог не успеть дисконда нажать, а половина стигера очень неприятно. Эмбер, Эмбер в хрону сам заходит! Гениальная хрона, вот просто гениальная хрона. Там Дэйв выживает, а вот Войт не выживает. Нет, Войт все еще выживает. Каким образом это делать непонятно. Эмбер выживает арбой, Бадж идет драться. Там нажимает стомп, поэтому Фрейс восходит на развороте. Играет хороший, хороший стан. От Тавра по Паджу, Паджу больно, его Пак грызет. В итоге Бадж убивает. Так, и второй волной забегает Ликан. Войт блинкается просто в него. Да, 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 Войт, наверное, блинкается. Так, тут еще кентавр. Кентавра будет посложнее убить. Пак отмазывает своего кента, по идее. Так, ну тут до конца гейминг, да, устроит? Так, Ликан и... Сейчас типа Ликан. Ульта тут. У Пака нет ресурсов, чтобы всех добить, нужно уходить. Но... Кентавра его чтобы давить. Да, он очень больно делает. Данчик. Там стихи нажимаются. Хил бы от Enchantress, но она не подставляется, не подходит на залез. Шейкера тоже заберут. Да, прилетает уже Эмбер, он уже успел резнуться и... Падж Хуко попадает по Паку, я уже хотел сказать минимат. Туда фиссура по двоим кладется. Очень жесткие фиссуры от Шейкера в этой игре залетают. Спасает своих тиммейтов Кентавра Шинка, но из этого постарается сам. Дримкойл. Ой, какой это слэм, да, будет... Нет, не погибает. Нажимает темпбол. Пуч просто идет в пятерых. И так что сгорает, зажигает, посмотри. Да, и что делать? Так, ну Пак. Выбивать Аегис, окей, но вы потеряли уже Никса, вы потеряли Андайнга, вы потеряете Кентавра такими темпами и напишите КГ, я не знаю. Да, ну, практически. Шайба пойдет кентавра, да, не скоро лестница. Пак пытается выиграть время, но его ловят на чины. Он шифтуется перед фестурой, очень вовремя, но продлевается контроль. Он не успел блинкануться почему-то. Там бахрона, да. Но желательно хрона поставить не в одного пуджа, а хотя бы в двух героев. А лучше в пятерых, согласен. Там дилейшн, правда, пуджу так больно от него. Ой-ой-ой. Там аж все в КД. Так. Ой, ой, какой стан хороший. Тут нужен тамба, тамба стоит, эхослэм, хрона. Никс просто... Шейкер не вылетел из хроны. Так, а пуч, чем был? А он бессмертный под БКБшкой. Да. Он не прокает, урон не проходит, там плюс флешкипы и все как. И все равно есть урон. Это какая-то жесть. Но Пак не сдается, Пак стоит дримкойл. Там можно Эмбера добить, арбой бы откинуться, но арба в КД. Эмбер уже успевает откилиться за время кулдауна орбы. Андайн подставляется под хук, Андайн кто-то... Ну без Весела точно не убить. А Весела и даже близко нет ни у кого. Планов нет. Да. Пак его просто щекочет, все его просто щекочет. Как-то тамба, чтобы накопилось, его убило. Так, тут что у нас? Андайн погибает. Все-таки очень хорошая связка, Эмбер. Нет бая. Да. И шейкер пуч есть еще хорошая. Ну да, тут прям нормально так тебя закалили по фладжу. Ой-ой-ой-ой, ты видел, что сделал Никс, это просто фейс-сейв. Get down, Мишел Президент. Не менее, ликантропа очень больно. Войс пытается дамажить все, кроме Паджа. Ну и немножко получается. На БКБ уже к концу, поэтому приходится убегать. Кентавр в таверну отправляется. Никс, Крафати опять бодисейв. Вот еще один смог есть. Закрешен появляется Рошан. Рошана вовремя. Второй Рошан, там Шордецкий. Следим за пуджом, сколько ставлю на то, что 50% присутствует ему ХП. А также, что 100% ХП, не процент не снесут. Пока что это файт в шестую мы снесли, одну седьмую, там так шейкер дринкуэли, кстати, декан дринкуэли. Тамба стоит, тамбу никто не бьет, пуч. Увидел тамбу, начинает бить тамбу, вот Ликан разбил тамбу, там Пак убил шейкера. Хрону можно было по двум ставить, но он не хочет ставить хрону туда, где нет шейкера, потому что шейкер даст фиссуру и весь кайф обломит. Пак, дримкойл сверху, он тоже запрыгнул в толпу, дримкойл разорвал сразу шейкер. Хочет Пак убить шейкера, чтобы он не мешал трансфере, но за это умирает. Пак, без шансов, на арбу он не прыгнул. Сторона. Пытается развлекать, пытается найти шейкера, тут Сайз получает поэт, вынужден нажать БКБ, так, пол ХП, слили, Дайнг, так, стан от кентавра, там бы нет, она в кулдауне, ой, это хрона, так, ну, минус кентавра за хрону, кстати. Да, печально. Я за такую хрону типу.
Нужно же как-то убивать этого хуже. Пока стоять не вариант. Да, заканчивают ребята из него не спотс. Эту серию, судя по... Ну и вот она, еще одна сенсация в рамках квалификации за International Neon Sports, будучи полными аутсайдерами в матче, выносят, я даже сказал, двух ног Invitation, особенно на второй, на третий карте.